Конечно. Вы знаете, вот мы сейчас все время говорим про МХАТ, а ведь не надо забывать, что сегодня в одиночестве еще остался один театр. Это театр Табакова, который вообще просто он начал с нуля. И его ученики, которыми полон этот театр, его колледж, который тоже сегодня осиротел. И школа-студия, которая тоже сегодня осталась без него, потому что для нас в школе-студии было всегда очень важно, когда Олег Павлович приходил на кафедры и смотрел студентов, и говорил и нам, и им, как надо дальше жить, и куда нужно дальше идти в профессии. То есть сегодня оказались в одиночестве достаточно большое количество людей и институций, поэтому это очень сегодня тяжелый день. И сегодня здесь у нас в студии, к сожалению, нет прямых его учеников, и я им всем тоже приношу слова соболезнования, я понимаю, как для них это тяжело. Спасибо. И все-таки...